835 дней на Нижнетагильской земле. В столице Среднего Урала в мультимедийном парке «Россия. Моя история» состоялась презентация книги с архипастырскими проповедями митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Почти два года архипастырь возглавлял Нижнетагильскую кафедру и за это время посетил приходы городов, поселков, закрытых территориальных образований, где обращался к пастве, говоря о Боге и любви к людям. Проповеди, речи, интервью. В книге «835 дней на Нижнетагильской земле» собраны обращения митрополита Евгения к своей пастве. Издание было выпущено к 10-летию Нижнетагильской епархии и 300-летию Нижнего Тагила при поддержке администрации города. Инициатором создания книги выступил Скорбящинский женский монастырь. Чтобы после служения владыки нашей епархии остался след не только в его делах, но и в его слове. Вы знаете, такое глубочайшее впечатление на меня произвела сцена прощения с владыкой, когда, помните, владыка вас служили, а народ Божий вас не отпускал. Я впервые видела, когда за такой короткий срок так ярко прошло служение владыки в Нижнетагильской земле, что народ не хотел отпускать владыку никак, прощаться с ним. Книга содержит 150 выступлений, а также множество фотографий. Помощь в сборе материалов оказали прихожане храмов Нижнетагильской епархии. Хотя вот мы, да, вроде живем в эпоху интернета, социальных сетей, но на самом деле оказалось, что там очень мало, можно сказать, фрагментарно представлены его проповеди, беседы, интервью. Поэтому пришлось очень много поработать, чтобы собрать все это наследие. Потому что нам было важно собрать все, что возможно, что владыка сказал во время своего архиерейства на Нижнетагильской кафедре. И оказался большой труд. Люди присылали в Скорбящинскую обитель бесценные аудио- и видеозаписи, которые дополнили недостающие тексты. Гостями презентации книги стали общественные деятели, научные работники, руководство и воспитанники Екатеринбургской духовной семинарии и регионального братства православных следопытов, сестры Милосердия и прибывшие в уральскую столицу гости из татарстанской митрополии. Я вас благодарю. Для меня это очень отрадно. Для меня праздник видеть вас здесь сегодня. Вот, я надеюсь, что и вы тоже, о чем вначале сказал, все-таки какую-то толику пользы для себя обретете. Буду очень утешен, если вы будете в жизни добрыми, счастливыми православными христианами. Вечер завершился автограф-сессией. Владыка Евгений долго подписывал экземпляры новой книги всем желающим. Вырученные от продажи издания средства будут направлены на восстановление Скорбящинского монастыря в Нижнем Тагиле.